Данченко Наталья Васильевна, учитель истории. Поддерживаю республиканский челлендж «Туган елге мын алгыз». Не зная прошлого, трудно понять настоящее и предположить будущее. Эти слова великого Абу-Насыр аль-Фараби сегодня актуальны как никогда. Моя семья уже в четвертом поколении живет в Республике Казахстан. Часто на своих уроках я задаю детям вопрос, почему сложилось так, что немцы живут в Казахстане, а не в Германии, русские не в России, а украинцы не в Украине. И это заставляет детей задуматься. И тогда я говорю им, что мы, представители разных национальностей, должны с благодарностью относиться к нынешнему и предыдущему поколению коренных жителей казахов, которые в трудные времена дружественно встретили на своей земле разные народы, делились с ними кровом и хлебом. Заурал негізгі мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Сакенова Альбина Болатқызы. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 1 наурыз алғыс күні қарсаңында туған елге мың алғыс атты челленджді бастау алды. Аталмыш мектептің басшылығына мың алғыс білдіремін. 2015 жылы жас маман болып келіп, осы мектепте ұлағатты ұстаздар мені жылы қабақпен, жылы жүзбен және де көптеген тәжірибемен алмасып үйретті. Сол үшін ұстаздар ұйымына мың алғыс білдіремін.